Здравствуйте. Ни одно формирование не сможет завоевать большинство в парламенте по итогам досрочных выборов. На это указывают результаты исследования Ассоциации социологов и демографов. Если рассматривать ответы только определившихся респондентов, а их 80%, то расклад может быть таким. 36,5% проголосуют за ПДС, еще 36% за избирательный блок коммунистов и социалистов и чуть более 7% за партию ШОР. Все остальные находятся за избирательным порогом. У блока Рената Усатый менее 4%, у платформы «Да» 3,5%, у ДПМ 1,8%. Еще меньше у партии «Национального единства», «Альянса за объединение румын» и других зарегистрированных в гонке формирований. Отмечу, что еще не выбрали, за кого проголосовать, свыше 11% респондентов, а оставшиеся 10% не собираются идти на выборы. Опрос был проведен методом домашнего анкетирования с уведомлением Центральной избирательной комиссии. Погрешность результатов оценивается в плюс-минус 3%.